купил кодовый замок, завод Метта. Хочу установить его на входную калитку, чтобы уменьшить количество ключей на связке. Калитка деревянная, сейчас я сниму ее с петель и уберу старый замок, так как механизм не работает. Примерил замок на калитку, здесь видно, что по толщине он не проходит. Нужно добиться того, чтобы кнопки от замка выходили на ту сторону калитки. Сейчас толщина ее этого сделать не позволяет, поэтому здесь нужно выбрать вот этот вот брусок на такую глубину, чтобы кнопки были видны на той стороне дверного полотна. Это можно сделать либо фрезером, либо выпилить ножовку, а затем выбрать стамеской. Выпилить еще нужно 2-3 сантиметра, чтобы кнопки были видны на той стороне, но перед этим нужно сделать под них отверстие, чтобы они туда проходили. Увеличил выемку, теперь кнопочная часть упирается в доску. Нужно ее обвести по контуру и аккуратно вырезать лобзиком. Путем манипуляции с калиткой при помощи лобзика стамески и молотка я добился того, что кодовый замок устанавливается на свое место. Вот так он закрепляется на калитке и таким образом будет работать. У меня калитка специфическая, со щелями. Теперь нужно мне при помощи небольших дощечек закрыть вот эти отверстия, сделать калитку более эстетично привлекательной. Если бы калитка была сплошная или железная, то установка замка занимает намного меньше времени. Закрыл дырки дощечками, теперь замок в калитке смотрится намного аккуратнее. Замерив замок, можно сделать козырек над его кнопочной частью из листа железа. Вот такой козырек получился. Он будет защищать замок от попадания каплей дождя. Чтобы запрограммировать замок на определенные кнопки, нужно вот этот скос на сувальдах поставить к центру. Сколько сувальд будет к центру, те кнопки будут работать во время открывания замка. Например, вот эту я ставлю к центру, а эту к краю. Значит, эта кнопка будет работать, а эта нет. Так можно запрограммировать любую комбинацию. Вот так замок работает. Сейчас язычок на взводе. Вход и вот таким образом закрывается. Можно устанавливать замок, устанавливаем козырек, устанавливаем цифровую планку и прикручиваем все на саморезы. Размечаю место крепления ответной планки и прикручиваю ее саморезами к столбу. Замок установил, прикрутил дощечки к двери, немного придав ей нормальный вид. Теперь можно заходить в калитку, набрав определенный код. Все работает, ключи не нужны. Очень удобно. Закрыл, открыл. Здесь вот защита, козырек. От дождя, снега. Я думаю, что зимой он тоже должен работать. Если будет заедать, можно его немного смазать. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео. До новых встреч!